Всем привет! Сегодня я получил посылочку с телефоном Nokia N91. Такой телефончик я впервые вижу, хотя он уже давно как бы вышел, но не знаю, мне интересно посмотреть, я такого еще не видел. Телефончика у нас, в регионе его такого не было. Здесь вот коробочка, правда, такая галимая пришла вообще. Вот такая вот она, пенопластовая. Ну, хотя зато телефон защищенный. В комплекте мануал, зарядка нокиевская. Что тут еще? Чехольчик даже дали. Ничего себе. Даже чехольчик положили. И вот, собственно, сам телефон. Телефон должен быть, по идее, металлическим. Сейчас мы его глянем. Аппаратик такой. Ого, телефончик, конечно, супер. Ну, он не металл. Хотя у продавца на сайте было указано, что металл. Но на самом деле не металл. Камера 2 мегапикселя без вспышки. Да, ну, конечно. Так, он слайдер, по идее. Не знаю, что тут и как. Интересный телефончик, конечно. Такой прикольный. Так, как же слайд вообще открывается-то? Ну, тут и непонятно. А, вот, вниз. Вверх, вот так вот он открывается. Ну, такой, в принципе, выглядит солидно. Довольно так неплохо выглядит. Аппаратик. 8 гигабайт встроенной памяти. Такой. Ну, конечно, еще корпус пластика немножко разочаровала, но так. Сам аппарат, в принципе, выглядит. Ну, тяжеленький такой. Граммов 150. Где-то так, поэтому, в принципе, можно предположить, что внутренности что-то там внутри есть металлическое. Вот так. Сейчас мы его включим. Так, телефончик включается, уже хорошо. Так. Пока он будет включаться, еще раз мышный мик посмотрим. Это очень даже на плеер похож. Интересная модель, там еще подпишка тут не плотненько закрыта. Надо предзакрытие. Замочки не так закрылись. Это динамик, наверное. Угу. Ну, звук такой мягкий, класс. Вообще. Прелесть. Так, вот. Окей. Ну, немножко такая обычная. Как в старых Nokia, простая Nokia-ская игрушка. Так, сейчас язык выставим. А, Artis, Genius, Newton. Где же язык выставлять? Так, 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 Message, Newton. Выполнять, ну, готовим. Так, где же менюшка? Тут не наблюдаю меню. Так, еще раз. Ну ладно, я потом разберусь. В общем, вот такой вот телефончик ко мне пришел. Всем спасибо за просмотры. С вами был Ткаченко Сергей, это канал GadgetX. Всем пока!